По меньшей мере 17 человек погибли, в том числе один гражданин Турции, в результате атаки террористов на кафе «Стамбул» в столице Буркина-Фасо Уагадугу. После нападения армия начала операцию против преступников. Завязалась непродолжительная перестрелка, боевикам удалось скрыться. По словам очевидцев, трое неизвестных подъехали к ресторану на машине, после чего открыли огонь по посетителям, сидевшим на террасе. О других подробностях случившегося пока неизвестно. Мы только закончили обедать и вышли из ресторана, ждали водителя. Потом мы услышали выстрелы. Сначала мы подумали, что это ограбление, но оказалось, что это теракт.